gibi yani. Araselia. Вошел штрафную, ну, можно бить. Обвел Таро. Удар ворота. Гол! 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 Советские клубы не были избалованы победами в Еврокубках. Может, потому, что приоритетными всегда считались выступления сборной СССР. Может, по причине асинхронности отечественного и европейского футбольных календарей. Так или иначе, за все время существования советского футбола клубные команды выигрывали только один трофей – Кубок обладателей кубков. И команд таких было всего две. Зато обе были командами-явлениями, и признавались они таковыми не только в пределах советской территории. Тбилисское «Динамо» свой звездный час пережило в мае 1981-го. А до того было еще много звездных минут. Телезрителям о них рассказывал Коте Махарадзе. Народный артист Грузии комментировал игру самой артистичной команды. Он не мог, например, произнести в репортаже «Идет дождь». Он говорил «Небо плачет» или «Боги плачут». Боги действительно плакали, потому что такого футбола они еще не видели. Вот Давид Кипиани прекрасно обыгрывает соперника. Второго, еще раз Краузе. Блистательная техника, техника Давида Кипиани. И аплодисменты на стадионе. Давид заслужил эти аплодисменты. Ζέτσα σαν παχύς μγβέρι του μιλουχύς μγέρι του σεβδιανού μάιτσα μαγέρι μέρα μα μαγερές πάρδε πισούτκο βαχάκα τσιος πέρι αλβάτσι μγέρα του δαμανά. В советском футболе, если у игроков и были прозвища, то никак не уважительные. Бобер, гусь, автоген. Другое дело Англия. Британцы напрягали всю свою фантазию, чтобы отметить игрока, которого и видели-то всего несколько раз в жизни. Волшебник, маэстро, генерал, но больше всего прижилось профессор. Родоначальники игры не стеснялись брать уроки у профессора из Грузии. Они о самой-то Грузии узнали только потому, что оттуда родом был Кипиани. Хотя некоторые его секреты раскрыть не могли ни англичане из Ливерпуля, ни итальянцы из Интера, ни бразильцы из Фламенго. На межсезонные спарринги и престижные турниры тбилисское «Динамо» приглашали самые именитые клубы. Сборы были гарантированы, только вот однажды на Сантьяго Бернабеу защитник Анхель сломал Кипиани ногу, потому что ничего больше с ним поделать не мог. И вынудил профессора преждевременно уйти из футбола. А потом он преждевременно ушел и из жизни. Тарасели – это личность, который забил самый нужный гол в истории Грузии. Потому что красивые голы забивали. Грузинский футболист. Ну, такого нужного было еще никто не забыл. За всю историю. Раньше срока ушли многие выдающиеся грузинские футболисты. Автандил Гогоберидзе, Шота Яманидзе, Давид Кипиани. Виталий Дороселя разбился через полтора года после своего исторического финального гола Карл Цейсу. Он похоронен в родной Очамчире. Местная футбольная команда называется «Амирани». «Амиран» – это грузинский аналог «Прометея», герой-богоборец. «Прометей» принес людям огонь и ощущение свободы. И гол Дороселия тоже принес ощущение свободы. Такого радостного дня у грузин не было со времен царицы Тамар, так говорил Коте Махарадзе. А еще он говорил: «Мы почувствовали вдруг, что мы вправду свободны». Свобода футбольной мысли, футбольного творчества иногда дает ощущение и свободы метафизической, всеобъемлющей.
он чувствовал, когда надо открыться, куда открыться. И особенно хорошо чувствовал голевые ситуации. Понимаете, я уже голову поднял, а он уже там. Я, значит, хочу мягко перекинуть, он уже там. Я хочу отбросить. Это чувство, это великое мастерство. Нет уже и Рамаза Шенгеля, чьи голы – это история тбилисского «Динамо», и какая богатая история. Дважды его признавали лучшим футболистом СССР, как, впрочем, признавали и Кипиани, и Александр Чевадзе. Рамаз – единственный из золотого состава, кто доиграл за «Динамо» почти до распада «Союза». И еще пытался передать традиции, не просто победные, а стилевые, импровизаторские, следующему клубному поколению. Он забивал всегда и везде, даже в сборной, где большая часть его тбилисских партнеров чувствовала себя неуютно, хотя Чевадзе, например, долгое время был ее капитаном. То, что лучшие свои матчи эти игроки провели именно за «Динамо», можно объяснить стилевой целостностью игры команды. Ее можно было обыграть, но нельзя было разобрать на составные части и вставить эти части в другой механизм. Двоякое мнение об Ахалкадзе существует в Грузии. Значит, делят людей за ахалкацистов и не ахалкацистов, значит. Я одно могу сказать. Это человек, который в истории грузинского футбола добился наивысшего успеха. Под его руководством «Динамо» Тбилиси выиграло фактически все, что могло выиграть. Тот единственно правильный порядок сборки определил тренер, чья фамилия переводится с грузинского «Новый человек». Вот так надо играть. Во все времена главной задачей тренера тбилисского «Динамо» было обуздать кавказский темперамент игроков, сделать так, чтобы он не вредил, а приносил пользу, заставить команду не зависеть от перепадов собственного настроения. В какой-то мере это удавалось Андро Жордане и Гавриилу Качалину, но только Нодар Ахалкадзе поверил алгеброй гармонию тбилисской футбольной музыки и поставил на поток победы, которые раньше казались недостижимыми. В соперничестве со столь же самобытными командами Москвы и Киева динамовцы выиграли все в «Союзе» и прорубили себе окно в Европу. Тбилисцы и раньше побеждали миланский «Интер» или, скажем, «Бенфику», но этот матч стал поистине легендарным. Ливерпуль был тогда безоговорочно лучшей командой Англии, Европы и мира. Проиграв на Энфилде 1-2, в ответной встрече тбилисцы призвали на помощь тот самый «Плач богов», субтропический ливень, и утопили, уничтожили команду, перед которой все остальные вставали на колени. Голы Владимира Гуцаева, Шенгеля и Чевадзе принесли самый потрясающий результат, а еще тот самый необходимый большой команде опыт, без которого не добыть больших побед. И когда через полтора года уже перед тбилисцами склонялись такие гранды, как Вестхэм и Фейенорд, это казалось почти само собой разумеющимся. Как и то, что английские болельщики провожали тбилисских игроков в раздевалку стоячей овацией. We'll be right back.
На апогее Тотбилисское «Динамо» вышло в Дюссельдорфе, где проводился финал второго, как тогда считалось, по значимости европейского турнира. Играли финал фактически в гостях, в Германии против немецкой команды, но тбилисцы тогда уже умели чужие трибуны делать свои. И даже гол Карл Цейса в начале второго тайма не помешал им одержать самую важную победу в истории грузинского футбола. Чивадзе. Шенгелия. Развернулся, идет к воротам. Приблизился. Прошел одного. Отличная передача. Ну, удар по воротам. Гол! Гол! Селия. Вошел в штрафную, ну, можно бить. Обвел второго. Удар по воротам. Гол!